Свежее или замороженное? Вот, как говорится, в чем вопрос. Австрийские ученые провели необычное исследование, в котором приняли участие более 1000 человек. Одна часть из них употребляла замороженные овощи, другая как раз-таки свежие. И вот ученые пришли к выводу, что замороженные овощи, в связи с тем, что их проще употреблять, они гораздо проще помогают выдерживать здоровый режим. И вот узнаем, только ли в этом их полезность, и вообще, насколько австралийские ученые были правы, с диетологом Татьяной Кожевниковой. Доброе вам утро. Доброе утро. Доброе утро. Да, действительно, давайте разберемся в вопросе, какие же все-таки овощи полезнее? И миф ли это? Или ведь действительно ученые вроде как уже не первый раз, я об этом читаю, также натыкаются на такую вещь, как что есть экстренная заморозка, и когда овощи таким образом заморожены, то они вроде как не успевают потерять полезные вещества. Вы знаете, есть разные технологии заморозки. И вот заморозка, которая позволяет не терять питательные вещества, называется GMP-технология. Но это очень дорогое производство, и чаще его используется при изготовлении биологически активных витаминно-минеральных комплексов. Тогда плоды, фрукты замораживаются очень быстро на месте сбора. И они замораживаются при температуре минус 196 градусов, и тогда они рассыпаются на живые составляющие, и витамины и микроэлементы в них сохраняются. А все, что замораживается при температуре 40 градусов, 60 градусов, овощи и фрукты теряют свои витамины и микроэлементы. Но самое главное, что лед, он разрушает клетки, и цитоплазма, что самое главное для нашего организма, живая вода, да, она утекает. И поэтому, если есть варианты использовать свежие овощи и фрукты, то, конечно, это более предпочтительное, чем замороженное. Но темп жизни, он диктует нам, что мы торопимся, нам некогда почистить ту же самую морковь, свеклу, когда она порезанная, как бы в коробочке высыпал и там сварил или пожарил. Но дело все в том, что опять быстрота, это она не всегда полезна для здоровья. Эти фастфуды и так далее, все это здоровье нарушает. Но хочу предупредить, кушать можно, конечно. Витамины там есть, но не такое количество, как в живых фруктах и овощах. Но обязательно обращайте внимание на то, что внизу, в этой упаковке, может быть немножко как замороженная вода такая, цвета овощей. Вот эти фрукты замороженные и овощи употреблять нельзя, потому что они размораживались, где-то неправильно хранились, при транспортировке были нарушены условия их перевоза. Там ничего нет, кроме клеточного детрита, то есть там все разрушилось. И употреблять такие овощи и фрукты даже небезопасно, потому что в них могли завестись микробы, когда она растаяла. И даже дома, когда вы замораживаете, ну мы живем в Сибири, у нас холодно, у нас яблоки круглый год не растут, а хочется вот овощей и фруктов, потому что это очень полезно, это клетчатка, это витамины, микроэлементы, это хорошее настроение. Вот даже вот наши ученые провели исследование, что если вы съедаете киви на ночь, то вырабатывается больше меланина, и вы хорошо засыпаете. То есть это очень полезно. Как хорошо. А вот говоря, например, о таких вещах, ну, частенько же мы с грядки собираем тот же укроп. Вот сколько я наблюдал, хозяйки частенько делают. Они нарезают, потом все это упаковывается в пакет, да, и кладут в морозилку. Как вы относитесь вот такого рода? Положительно отношусь, потому что вот эти зеленые заготовки домашние. Во-первых, это экологически чистый продукт. Во-вторых, они моются хорошо, обрабатываются для себя. Во-вторых, вы совершенно верно сказали, вы просто молодец, что нужно хранить замороженные овощи, фрукты, зелень только в морозилке, потому что холодильная камера не позволяет сохранять температуру, и там разрушаются витамины. Видишь, хвалили меня. Молодец, конечно. Молодец, нарежь. Ну, то есть относительно тех питательных веществ, которые они там остаются, это не просто для того, чтобы подкрасить что-то. Остаются и клетчатка, и микроэлементы остаются, витамин. Ну, конечно, не в таком количестве. Например, ну, если вы сорвали яблоко, оно 2 недели полежало, 45% витаминов разрушил. Получается, лучше не покупать, скажем, замороженные овощи, а вот самому там с какого-то осеннего сезона заморозить их? Идеальный вариант. Вот раньше, смотрите, замораживали в дубовых бочках клюкву, бруснику, она стояла на улице. Но это зимой нужно съедать, потому что если она уже растает, и вот такая рекомендация очень важная. Если вы достали, например, фрукты из холодильника или овощи, разморозили, то обратно в морозилку не надо их. Вот это очень опасно даже.
это плохой продукт получается. Это очень вредно. А говоря вот о том, ну, например, поехали мы, я не знаю, в супермаркет, в магазин, для купили огурцы, опять же таки, помидоры. Как правильно хранить это в холодильнике? Ну, мы там ближайшие пару дней все это съедим, но тем не менее, как, в я чем, поняла в какой вас, таре? Я поняла. Чтобы... Значит, обязательно помыть. Мыть лучше, конечно. Мыть сразу, не мыть перед сразу, употреблением. Мыть сразу. Мыть сразу. И лучше не резать, если вы будете хранить. Лучше всего в целлофановый пакет и положить в холодильник. Ну, за два дня ничего не случится, и потом это очень полезно, свежие огурцы. Мыть сразу. Ничего не мытое в холодильник вообще не вносите, потому что там температура плюс 8 градусов, это благоприятная температура для развития микробов. Яйца обязательно надо мыть сразу, как только принесли, вынули из пакета, помыли, тару убрали, руки помыли, потому что отравление чаще не от яиц, а от того, что берут руками, вот немытые, там даже остатки вот куриных выделений, на сковородку это тоже туда попадает, чуть пожарил и съел, а потом что? Яйца плохие, не яйца плохие, а вот качество обращения с продуктами имеет место быть, и нужно приучать к этому детей, что нужно все обязательно мыть. А вот для зелени, обращал внимание, у хозяйки есть такая специальная тара, она с водой заливается снизу и упаковывается, ну, такой, как я не знаю, что мини-оазис, можно сказать, да, такой специальный стакан, который герметичен, и внизу наливается вода. Вот правильно так или все-таки вот частенько советуют то, что нужно завернуть в бумагу? Ну, там, в газету, не знаю, что вот она тоже. В газету ничего нельзя заворачивать, потому что то, из чего печатают буквы, это очень вредное, там, свинец, цинк, и это все проникает в хлеб и в овощи. Ни в коем случае, если вы заворачиваете в бумагу, ну, кто к чему привык, кому к чему приучили, эта бумага должна быть чистая. Чистая. Никаких газет, никаких букв там быть не должно. Скажите, но вот сейчас в такой зимний сложный период, когда витамина D мало, каких-то других витаминов тоже, в общем-то, не очень много, откуда же их брать? Из каких продуктов можно вот все-таки как-то свой организм помочь? Витамин D – это яйца. Желтки, витамина, витамин D, там, вот, жирорастворимые витамины. Это рыбий жир. Нас в детстве всегда папа кормил рыбьим жиром и за это он награждал кусочком селедки. И я рекомендую тоже детям давать рыбий жир обязательно. Но он сейчас есть, тем более, тоже... в капсулах. Вообще выбирайте какие-то для себя биологически активные витамины, минеральные комплексы, потому что весь мир их употребляет. Медицина доказала, что это очень важно и нужно. Не питание пропагандируют, потому что было учеными исследование проведено, и оказалось, что продолжительность жизни связана с тем, употребляют ли люди дополнительно витамино-минеральные комплексы. Потому что у нас сейчас, к сожалению, почва истощилась, и даже вот срывая яблоко с дерева, мы если кушаем, то там уже на 30-40% нет тех витаминов, которые были, например, 100 лет назад. Поэтому обязательно следите за здоровьем. Мойте руки перед едой, мойте продукты, мойте овощи, храните, замораживайте. Главное все делать с удовольствием, чтобы все было приятно. И с улыбкой. Вкусно, и с улыбкой. Спасибо большое. Ну что ж, спасибо вам большое за столь интересный и полезный рассказ. Ну, а мы, в свою очередь, также, естественно, хотим вас, как Татьяну, поздравить с хозяином днем, пожелать вам всего самого замечательного. Конечно же, будем здоровы. Татьяна Кожевникова, диетолог, у нас была много полезной информации нам рассказала. Спасибо.